Всем привет! С вами канал Стофити и я, ваш любимый Санечка. Мы находимся на озере. Не знаю, как называется, но, в общем, оно находится в 5 километрах от города. И вот, видите, уже что-то тащу. Ну и поймали окушков. Вот, щучку Юрка вытащил хорошую. И я вот окушка тащу хорошего. Сошел, зараза, представляете? Сошел. Сегодня мы рыбачим я и Юрка. А наши мамзели пошли собирать ягоду и грибы. Погодка сегодня ничего хорошего не сулит. Сегодня у нас градусов 6-7 тепла всего лишь. Вот ветер северо-запад. И где-то метра 3-4 в секунду. Юрка поймал щуку, огромную щуку такую, честно скажу, где-то килограммчика на 3. Я потом покажу ее. Сейчас вдоль травочки прокинемся и пойдем обратно, а то у Юрки сапог течет. Вот такие у нас продают обувь. О, смотрите, и поймал. И поймал, оказывается. Прокинулся вдоль травки и поймал. И походу щучка. Вот она идет. Не, окушок. О, какой. О. Небольшой где-то. Грамм 100-150. Ну что, раз там клюнуло, еще раз туда закинем, да? Оп, смотрите, точно, еще один, смотрите. И клюет, оказывается, хорошо. Тогда можно подойти поближе и там его дербандить. Щучка. Щучка, не вилючка. О, какая. Видите, да? Щука. Да, о, какая. Вот. По ветру кидать хорошо, приятственно. Да, вот в этой заводе, оказывается. Два заброса, две рыбы. Окунь. Окунь и щука. Опа, сидит. О, хорошенький. Не выделывайся, выходи давай. Вот они. Вот он, красавец какой. Вот такой вот. Вот такие здесь окунишки. А это вот Юрка поймал. Вот такую вот щуку, смотрите. О, какая. Зацепилась за нижнюю губу. Не схватила пастью, а подошла, наверное, и получилось. Что за низ? Но это еще фигня. Юрка у нас сегодня рыбак. Ой, очень, ой, хороший. Такой, что катушку дома забыл. Главное, обе катушки. Не, ну у Сашки-то запасная-то есть. А у Сашки же есть запасная, поэтому он же ездит сюда с двумя катушками. Вот он у меня забрал катушку. В общем, это моя щука. Он поймал на мою катушку, блин. Ай, вы видите, какого писюна поймал? Вот такие. Бери, завяли. Смотрите, он, смотрите, какой. Сашка, ну все, маленькая, я тебя отпущу сейчас, не волнуйся.
Еще и снизу взяла. Ой, какая, смотрите, карандашик. Ну вот, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Я поймал две щучки, такие где-то до килограммчика. Три. Какой до килограмма? Дай нормально, бог. Нормально, килограмма полтора. Да, 10. Дай бог, где-то грамм 800 будет. Вот, Юрка поймал хорошенькую, вы уже видели. Вот, сейчас вот ждем наших девчонок, перекусим и домой. Все, смотрите нас в Ютубе, ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Смотрите нас в Ютубе. А вот девчонки наши наловили. Вон сколько. Это у нас брусничка. Она еще однобокая, конечно. Да. Но дозреет, ничего страшного. Брусника доходит. Брусника доходит. Она даже вот поставишь. Да, поставишь ее где-нибудь километра за 3, все равно доходит домой. Вот. Тут вот Егорушка тоже насобирала. Все. А мы похавать и домой. Юрка вон, видите, да? Позаливал сапоги. Да нормально, освежил чуть-чуть. Вот. Ноги вспотели. Шел за мной и упал в воде. Вот, по самую шею. Вот, набрал, как говорится, полные сапоги воды и говорит, вот это я вспотел. Да, Юр, сильно вспотел? Нормально. А что, сжимал?